Приветствую зрителей нашего канала. У нас тут на обзоре трек Madon SLR 7 версии 2019 года. Такой вот яркой, насыщенной, красивой расцветки. Это woman модель, то есть геометрия более подходящая для девушек. Но также можно и гоняться мужскому полу. Никто не запрещает. Трансмиссия у нас тут установлена Shimano Ultegra D2 Project One. Все как любит трек. У нас тут шатун Shimano Ultegra. Машинка передняя тоже Shimano Ultegra D2. И на этом велосипеде установлен 700-й OCLV Carbon. Это предпоследняя версия карбона, выпускаемая треком. Вот. Также интересный такой кокпит установлен здесь. Он вроде бы цельный, но по сути он не цельный. Крепление находится вот тут снизу. И также вы можете заметить, что этот велосипед из формата «все скрыто в раму». Вот. Ни одной проводки тут нет. Руль, вынос, рулевой стакан, все это без единого провода, нигде ничто не торчит, и все красиво скрыто в раму. Вот. Также здесь установлен счетчик каденса и скорости, тоже классическая конструкция трек Madon. Вилка тут такая широкая, аэродинамичная, широкая, но одновременно тонкая. Bontrager iLows Pro 5 обода, карбоновые. Сток от Trek. Размер рамы 54. Описание на данный велосипед вы можете найти у нас на Авито. Ссылка на наш Авито аккаунт находится в описании под видео, либо же в закрепленном комментарии. Немаловажной частью этого велосипеда является то, что на шатуне установлен павер-метр 4i, 4i, называется, как вам удобней. Вот. Это, собственно говоря, большой плюс для велосипеда. Оси DT Swiss, калиперы Shimano Ultegra с радиатором на калипере. Ну и диск тоже с лепесточками для охлаждения тормозного диска. Такой вот красивый лак и цвет велосипеда. Понравился данный велосипед? Пишите нам на Авито. Также могу помочь вам в подборе велосипеда под ваши параметры, под ваш рост, вес и бюджет. Ссылка на Авито аккаунт, как сказал ранее видео, находится в описании или в закрепленном комментарии. До новых встреч!